Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Монстры на каникулах». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Гадкий я» 2010 года. Гадкий снаружи, но добрый внутри, Грю намерен, тем не менее, закрепить за собой статус главного архизлодея в мире, для чего он решает выкрасть Луну при помощи созданной им армии миньонов. Дело осложняют конкуренты, вставляющие высокотехнологичные палки в колеса и семейные обстоятельства в виде трех сироток, о которых Грю вынужден заботиться. Каролина в стране кошмаров 2008 года. Каролина, маленькая девочка, попадает в другой мир, скрытый за секретной дверцей. Этот мир – ее альтернативная жизнь, которая не перестает ее радовать. Все здесь хорошо, но только до поры до времени. Однажды она понимает, что ее настоящим родителям за ее проделки угрожает смертельная опасность. Каролине придется найти выход из мира, наполненного призраками, в реальную жизнь. Труп невесты 2005 года. Действие развивается в европейской деревушке 19 века. Главного героя, молодого человека Виктора, силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном трупе невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в царстве мертвых оказывается много интересней, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что, ни в одном из альтернативных миров. Корпорация монстров 2001 года. Склизкий гад в сливном бачке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из аленького цветочка, гигантские мокрицы под кроватью – все они существуют на самом деле. Все, что им нужно – пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество. Полнометражный мультфильм рассказывает о кризисах в мире монстров, их жизни. Но однажды вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой. В их мир попадает ребенок, а с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров. Кошмар перед Рождеством 1993 года. Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, где живут мертвецы, уродцы, чудовище во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Под Рождество Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что есть где-то радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство, дарить людям счастье, и он похитил Санта-Клауса и занял его место. Результаты были, правда, самые плачевные, да и подарки его никому, мягко говоря, не понравились. Но он все понял и исправил свою ошибку. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!